fucking happen. Oh! Smells like shit coming out of your mouth. Ugh. Karma's a motherfucker. Ah! Я думаю, волноваться не стоит. Что? Что? Да как что? Санабара, что твоего хозяина зовут? А этот черт говорит, что с ним хочешь разобраться, какой-то Гоша Булыжник. И что нам делать? Вы мешаете? Помнишь, что я сделал с друзьями хозяина, когда они решили устроить шашлыки у нас дома? А еще бы. Как такое забыть? Так просто? А, точно, мы же невидимые. Выпьем за то, что мы теперь втроем живем. Ага, ну теперь скидываем. Но они же украли тебя из дома. Ты еще и твоя футболка, она в крови была. Хозяин объяснил, что ребята ниоткуда его не крали, а просто подвезли. Да и футболка была не в крови, а в томатном соке, который он пролил на себя утром. А... Максим! И чё, брат, что ты? Old man! Well, how's this for an old man? Keep your mouth shut, could ya? Mother! Ты чё, попутал? Если тебе когда-то нравилась Наташа... Wait! I still don't understand! You couldn't keep your mouth shut, could ya? Это одним из последних. Слышь, пацан, а вот сейчас ты что-то много наговорил. Извини. Thank you.
Of course, it's great to like to ask your friends ask you. Let me think about it. I'll get back to you later, Lee. Michael! Daisy! Are you behaving yourself? Oh. Что? Особое приглашение нужно? А тебе что? Особое приглашение надо? Дерусь, хе-хе. Пацан! А? Слышь, пацан! А? Никакой я не бандит! Да, вот и выбрался! Свобода! Только вот одно непонятно. Пацан! А? Максим! Лёш, достал! Убери камеру, убери телефон! Лох, блядь. Ну всё, ты чё от меня хочешь? Ты меня... Ну я хочу тебя убить нахер, что у тебя ещё такой ник Дангерд. Дангерд. Дэнджер, читать даже не умеешь, ни хрена. Ну так, ты малыш. Смешно выглядит твоя бабушка, когда у нас уроки математики пытается провести. Что? За базаром следит. Задолб... Падаем! А, мам, это ты? Опять полночи играл, а потом снится всякая ерунда. Вставай давай! И ничего не ерунда. Очень... I thought you guys were killers! When you gonna send out some real gangsters? Приятель, у меня не было этой карточки. А не будешь больше уважаемым людям кашу на голову скидывать? На, школьный урок и GTA. Тем более, мое кресло удобнее школьного стула. Сынок, я только что посмотрел твои оценки, Сарок. Одни тройки.